Всем привет! Вы на канале «Захотеть похудеть» и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. Ну что, мои хорошие, давайте начнем с самого интересного. Отчет по весу на марафоне. За 3 недели я похудела на 5 килограмм 200 грамм. Немного расстроена, но в принципе результат неплохой. Как говорят специалисты по питанию и диетологи, что нормальный сброс веса за месяц, то есть за 4 недели, без ущерба для здоровья должен составлять от 4 до 5 килограмм. Я, конечно, построила себе наполеоновские планы, и у меня в целях было сбросить вот эти 6600, которые наелись на карантине, но не получилось. Последнюю неделю я абсолютно не занималась спортом и даже не ходила. У меня получалось в день не более 7-8 тысяч шагов за день. Я приболела, в общем, были кое-какие проблемы со здоровьем, такое слабость, самочувствие, но это, скорее всего, связано с тем, что нужно снова регулировать гормоны. Что будем делать дальше? Дальше буду я, конечно же, стремиться сбросить то, что не удалось за вот эти вот 3 недели. Я думаю, что мне это удастся. Да я даже не думаю, я в этом уверена. И вообще, девчонки, скажу вам так. Если будете унывать, если будете, ой, не получилось, и все бросила, и опять вернулась, ничего тогда не получится. Нужно всегда себя настраивать на позитив и вот так вот напрямую, напролом идти к своей цели. Конечно, бывают различные ситуации, бывают там то дни рождения, то, не дай бог, вот как у меня проблемы со здоровьем, но, в принципе, это все временное. Если цель поставлена, если есть желание, то к ней дойти можно, рано или поздно, но дойти можно. Я вижу, что очень много новеньких у меня появилось подписчиков, и, соответственно, появляются вопросы, почему я не делаю то, почему я не делаю это. Сейчас я вкратце отвечу на вопросы, которые вы мне задавали, на вопросы людей, которые только что пришли. И начать хочу по поводу марафона, потому что несколько человек отписались в комментариях о том, что опоздали на марафон. Вы не волнуйтесь, вы ничего не потеряли, потому что у меня есть плейлист, который так и называется «Марафон похудения». И полностью вот этот марафон, то, что мы делали, рецепты, полностью тарелочки, как я питалась, упражнения, вы найдете в этом плейлисте и можете начать этот марафон, когда вам будет удобно. Будут ли еще марафоны? Конечно, девочки, будут, поскольку, опять же, те, кто пришел совсем недавно, вы, наверное, не знаете, я по состоянию здоровья, у меня удалена щитовидная железа, и по этой причине мне придется марафонить на диетах всю мою оставшуюся жизнь, если я не хочу снова располнеть и иметь дополнительные проблемы со здоровьем. Итак, вопрос, Лиля, почему тебе нельзя интервальный бег? Это связано с тем, что когда удаляется щитовидная железа, мы автоматически попадаем в группу риска людей, у которых развивается такая неприятная болезнь, как остеопороз. И поэтому, чтобы сосуды, хотела сказать, чтобы суставы не имели излишнего напряжения, нельзя заниматься силовыми какими-то тренировками, прыжками, активными танцами, соответственно, бегом. И поэтому я стараюсь не вредить своему здоровью. Это относится также к питанию. Я не сижу на вредных диетах. И если там, ну, кому-то не нравится, кто-то больше такой приверженец каких-то таких агрессивных диет, то вам мой канал однозначно не подойдет. На моем канале принципы похудения, основа этих принципов похудения – это здоровье. Не навреди себе. И поэтому, если вы такой же приверженец здорового образа жизни и любите себя, свой организм, свое тело и свое здоровье, тогда вам со мной по пути.
Так, дальше, девочки, на какой диете вы худеете? Я худею, и даже, ну, можно сказать, не худею, а уже сейчас, ну, больше поддерживаю вес на принципах питания интервального голодания. Но заложено у меня, как я уже неоднократно говорила, в этот принцип питания, режим питания можно заложить любую диету, которая вам больше всего подходит. Я питаюсь на протеиново-овощной диете и включаю сложные углеводы. Я знаю, что меня смотрят девочки, которые включают в интервальное питание диету Дюкан. У меня много рецептов из этой диеты, потому что протеиновая пища, которая публикуется и в самих книгах Пьера Дюкана, и также блюда, которые я брала на форумах, где девочки делятся этими рецептами. Я считаю, что они полезны для здоровья, так как пища готовится с небольшим использованием растительных масел. Очень много блюд готовится на пару или запекается в духовке. И, ну, мне такой режим питания подходит. Конечно, это не строгая диета Дюкана, которой я придерживаюсь, а это больше протеиновая диета. Как я уже сказала, включаются сложные углеводы. У меня есть и фрукты, у меня есть овощи. Можно даже сказать, наверное, что это правильное питание с ограничением килокалорий и с исключением не на 100%. Молочных продуктов и жиров животного происхождения. Я иногда готовлю свинину, но когда у меня блюдо из свинины или из жирной рыбы, такой как лосось, я не включаю в свой рацион какие-то жирные йогурты или салат, не заправляю никакими соусами, ни растительным маслом, потому что должен быть баланс. Если вы и свинину приготовили, и салат полили растительным маслом или там намазали сливочное масло на бутерброд, конечно, тогда никакого эффекта в плане похудения не будет. Поэтому должна быть вот такая вот гармония, сочетаться должно быть все. Я не подсчитываю белки, жиры, углеводы. Я уже примерно знаю, потому что нахожусь на диете длительное время, и я уже примерно знаю, сколько калорий у меня за день, сколько калорий находится в том или ином продукте. Ну, в общем, когда уже есть опыт, ты не высчитываешь. Первое время, да, конечно же, я высчитывала. Так, такой вопрос: почему вес уходит и возвращается? У меня, когда вес уходил и возвращался, это было по нескольким причинам. Первое, я была не на той диете, которая мне подходит, и когда я использовала краткосрочные экспресс-диеты, что там вот тебе обещают сбросить 5 килограмм, ты начинаешь питаться строго по списку разрешенных продуктов, по количеству килокалорий, потом эти там 10-15 дней проходят, и ты возвращаешься на твой привычный режим питания. Затем, когда я уменьшаю физические нагрузки, и я уменьшаю количество пройденных шагов, и, ну, третье, это связано именно со здоровьем, что если гормон у меня начинает скакать, то и вес начинает скакать. То есть мне, как человеку без щитовидной железы, нужно сдавать анализы и контролировать гормоны. Вес последний раз, вот когда у меня был набор веса, это было 100% по моей вине, здесь не связано ни со здоровьем, ни с какими-то другими причинами, это то, что я вышла, несмотря на то, что я не превышала калораж дневной порции, но я вышла из режима интервального питания, то есть я не соблюдала вот эти вот рамки пищевого окна, я могла позже поужинать, и этот ужин был, ну, я не могу сказать, что там я ела какую-то пищу, там какие-то там гамбургеры или там майонез с горчицей, нет, ну, просто это был поздний ужин. Потом несколько раз за период 2 месяцев карантина этот ужин сопровождался вином, а вино, оно задерживает воду, и когда у нас задерживается вода, мы худеем медленнее. Почему же диета Дюкана такая эффективная на первой фазе атака? Потому что выходит вода, и когда
вода вышла, начинает уже потом идти процесс расщепления жиров. Так что, девочки, если у вас такая же ситуация, то нужно пересмотреть. Вот еще молочные продукты, когда я их практически исключила. Я не пью молоко, я очень редко ем молочные йогурты, но у меня присутствует не каждый день, но присутствует в рационе сыр. И когда я большую часть молочки исключила из своего рациона, у меня вес перестал прыгать. Ну и, естественно, соблюдение, жесткое соблюдение пищевого окна. Вы можете повысить калорийность пищи, можете увеличить порции, но рамки пищевого окна, как только вы начинаете из них выходить, вес будет возвращаться. Это вот такая вот правда, вот такой вот мой опыт относительно интервального питания. Так, дальше. Девушка меня спросила, что интервал между приемом еды должен быть 16 часов. Нет, это не совсем правильное понятие интервального голодания. Период голода должен составлять 16 часов, минимум 12. Но в пищевое окно, которое состоит из 8 часов, вы можете принимать пищу 2-3 раза. Относительно перекусов, опять же скажу, кто-то перекусывает, и ему это не помогает, потому что в чем смысл интервального питания? Вот этого периода голода, что когда мы не едим, у нас не вырабатывается инсулин, а инсулин, как вы, наверное, знаете, вырабатывается при любом принятии пищи. И второе, что через 12 часов голода начинает вырабатываться гормон роста, который помогает худеть. Но, как показывает мой опыт, это лично мой опыт, я перекусывала, потому что я знала прекрасно, если я не утолю чувство голода, я на ужин съем больше, чем положено. И даже если я буду себя заставлять, ограничивать, я съем положенное там количество порций килокалорий, мне после 6 вечера будет хотеться есть. Но когда я знаю, может, это чисто психологический такой нюанс, когда я знаю, что я могу себе позволить какой-то легкий перекус, может это быть там, не знаю, огурчик, может это быть там 10 грамм миндальных орешков, или изюм, или курага, или чернослив, но я знаю, что мне это не запрещено, и как бы мне это очень помогало. Я похудела за 3 месяца на 17 килограмм, первый месяц у меня был очень жесткий режим, и я его не советую, хотя ушло большое количество веса, 7 килограмм, но пищевое окно у меня было всего лишь 4 часа, у меня было 20 на 4. К концу месяца у меня появилась слабость, у меня появилась сонливость, недомогание, потом я сдавала анализы, понизился гемоглобин. Ну, в общем, девочки, если хотите похудеть без вреда для здоровья, то лучше придерживаться все-таки классической вот этой вот классического интервала 8 на 16. Вы вот даже заметьте, если вот вы наблюдаете за людьми, которые питаются, не едят, ужин у них ранний, в 6-7 вечера, и они, в принципе, никогда не бывают полными, потому что до сна проходит время. И вы, наверное, также знаете, что во второй половине дня наш метаболизм замедляется, а вот у таких, как я, у которых, ну, вот ты утром принял таблетку, у тебя лучший метаболизм, ты лучше себя чувствуешь, к вечеру ты уже вообще такой, можно сказать, овощ, и метаболизма меньше, и работоспособность меньше, и поэтому, если вы наелись и сразу пошли спать, то, естественно, ваша пища больше отложится на боках, чем переработается, поэтому могу дать прекрасный совет, я сама хочу ему последовать, хочу попробовать, хотя я знаю, что мне это будет трудно, я не люблю завтракать, но я хочу поменять ужин с завтраком. Что это значит? Я хочу на завтрак сделать более плотное меню, на обед оставить так же, как и есть, там суп, какой-то легкий салат, а ужин, чтобы был такой, как завтрак. Я думаю, что именно вот такое вот, вот такая вот замена поможет мне быстрее вернуться в форму, а дальше уже, когда все будет в порядке, тогда я снова вернусь, потому что завтракать мне очень трудно, и почему мне так хорошо помогло интервальное, подошло интервальное голодание, что завтракать можно поздно, то есть завтрак не надо завтракать в 8 утра, в 9 утра, что я прекрасно могу начинать свое пищевое окно в 10 часов. Но попробую вот такой вот вариант.
Посмотрим, что из этого получится. Так, следующий вопрос. Растворимый кофе разгоняет метаболизм? Нет, девочки, растворимый кофе, как мне сказала моя диетолог, метаболизм не разгоняет, потому что все вот эти вот растворимый кофе, растворимый цикорий, растворимые чаи, это уже как бы переработанный продукт. Это даже не кофе, это, скорее всего, кофейный напиток. Даже если на нем идет маркировка, что это там 100% кофе и так далее и тому подобное. Но на самом деле это абсолютно не так. Разгоняет метаболизм кофе эспрессо без молока, без сахара, без добавок и небольшое его количество именно натурального, свежесваренного, свежеперемолотого кофе. Не, ну не именно, что вот у меня просто как кофемашина, которая перемалывает кофе и сразу приготовит. Но есть и отделение, где можно засыпать перемолотый кофе, уже купленный в магазине, и пить его. Вот такой вот кофе действительно прекрасно разгоняет метаболизм. И еще, девочки, относительно кофе, пока не забыла, потому что также идут вопросы, спрашивают, какие скрабы я использую для тела, чтобы очищать от сухой кожи, чтобы антицеллюлитные. Относительно кофе, почему, когда я показывала скраб для тела антицеллюлитный, я показывала кофе, который не испитый, что многие в целях экономии, наверное, используют уже, вот вы сварили кофе, и вот это вот гуща остается, и вы, значит, смешивает кто со сметаной, кто с медом, кто с йогуртом, и наносится на тело. Эффект будет только как скраб, потому что, ну, вы отшелушите все отмершие частички кожи, но антицеллюлитный эффект будет только, если вы будете использовать не испитый, а перемолотый кофе. Так, и так, сколько у нас там уже по времени? Ну, давайте на сегодня вот это последний вопрос. Можно ли пищевое окно с 12 до 17? Девочки, да, можно, но опять же скажу, это экстремальный способ похудения. Конечно, если здоровье позволяет, если энергии много и ты молодая, то можно попробовать. Но я, опять же, в целях сохранения здоровья не рекомендовала бы долго питаться вот в таком вот сокращенном режиме. Можно сделать так, как я, за месяц, ну, короткий перерыв, интервал, и потом перейти на 8, на 16. Но, опять же, мне такой опыт не понравился. Понравился потеря веса, но здоровье для меня все-таки важнее, и поэтому второй раз такой, я вот даже на марафоне даже не думала и не пыталась, хотя многие мои подписчики спрашивали: Лиля, ты не думаешь там вернуться, на чтобы раз-два и потерять, ведь ты же потеряла 7 килограмм, когда 20 на 4, нет, девочки, я больше так с собой экспериментировать не хочу, я хочу чувствовать себя бодрой, здоровой, с хорошим настроением, потому что когда ты не доедаешь, когда твой организм не получает достаточное количество килокалорий или же интервал времени очень большой, и ты чаще и больше испытываешь чувство голода, то ты начинаешь еще и нервничать, и это тоже не очень хорошо. Все, мои хорошие, на сегодня я завершаю. Всем желаю прекрасного настроения, эффективного похудения. Ну и, как всегда, до встречи в моем новом видео на моем канале «Захотеть похудеть». Пока-пока, мои хорошие. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way, you think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh, some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain, oh, some things never change, never change, oh. You break your back to make me feel again.